Единороссы Каспийска провели очередную встречу с жителями МКД. Мероприятие прошло во дворе многоквартирного дома по улице Ленина, 29. В ходе встречи заместитель секретаря первичного отделения номер один города Каспийска Гульжана Джамалалова обсудила с собственниками квартир насущные проблемы двора. Я приехала из города Сургута сюда уже 3 года. Но, конечно, мне не так устраивает этот двор. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы дворы были покрасивее, чтобы детям было играть, где игровые площадки для детей, чтобы делали качели какие-то были бы, скамейки сидеть, парковки для машин. Кроме того, собственникам квартир рассказали о новом партийном проекте «Жители МКД», который направлен на поддержку жителей многоквартирных домов. Это важное и необходимое направление работы, которое позволяет совершенствовать качество управления МКД в нашем городе. Жители этого района, конечно, проинформированы тем, что эта территория вошла в федеральную программу благоустройства территории, что они, конечно, были очень рады и высказали, конечно, свое мнение и благодарность партии «Единая Россия», также главе города Каспийск Борису Ивановичу Гонцову. На данный момент во дворе уже начинается реализация проекта по усовершенствованию территории. По словам жителей, сняты замеры и запланированы ближайшие работы. Напомню, что подобные встречи с активистами многоквартирных домов пройдут по всей республике.